Ну, а еще тут хотелось бы добавить, как говорится, научить нельзя, научиться можно. И все-таки самое главное – это желание. Но захотелось очень стать креативным дизайнером только что. Друзья, мы, как и обещали, продолжаем говорить об укусах клещей. И прямо сейчас с нами на прямой связи челябинка Евгения Денисова. Евгения, доброе утро. Доброе утро, ребят. Доброе утро. Евгения, расскажите, пожалуйста, где и когда вас укусил клещ? Еще в середине апреля я, как обычно, по утрам вот выхожу на пробежку на экотропу у нас тут в Челябинске. И получилось так, что я еще не думала, что они проснулись, но придя домой, сняла с себя клеща, точнее, мне уже помог его снять муж. Он с помощью ниточки его снял, но у нас, слава богу, была страховка, так как я, к сожалению, прививок не ставлю, у меня аллергия на них. Вот. И по страховке мы сдали клеща, поместили его в банку, отвезли по страховке в лабораторию, там его взяли на проверку. Вот. Ну, у меня, конечно, был день волнений. Врач посоветовал выпить на всякий случай антибиотик, я его выпила. Ну и буквально через сутки пришел анализ, что я и мой клещ здоровы. Вот. Так что, собственно, вот так вот. Скажите, а на тот момент, когда вы обнаружили на себе клеща, вы знали, что делать? Или вы скорее обратились к мужу? Или к интернету сразу начали судорожно искать? Я очень боюсь насекомых, поэтому моя первая реакция была это побежать к мужу и говорить, что у меня... Ну, я узнала клеща, потому что все свое детство провела, можно сказать, в лесу. Вот, клеща я узнала, но муж не растерялся, сразу же принял все меры. Он не до конца впился, но мы вытащили его сами. Хорошо, а скажите, пожалуйста, Евгения, вот вы говорите, что вы были застрахованы, а вот ваши действия далее, они какие? Хорошо, что клещ оказался здоровым, а вот в дальнейшем вы также будете страховаться или все-таки прививки будете ставить от клеща? Нет, но, к сожалению, да, я уже сказала, что прививки я не могу ставить в силу аллергии на компонент в этих прививках, вот, поэтому мы уже много-много лет всей семьей, даже кому и ставим прививки, но на всякий случай еще и страхуемся для того, чтобы, ну, без прививки вы знаете, что если клещ, он был опасный какой-то, да, с каким-то заболеванием, нужно в ближайшие 72 часа поставить иммуноглобулин, вот, поэтому в этом плане страховка спасает. Я так понимаю, что вы продолжаете находиться где-то в лесополосе и посещаете места скопления клещей, так сказать. Это быть может, у вас есть... Экотропа. Это та же самая экотропа, но сейчас ее уже, так как уже сезон, ее обработали. Поэтому теперь я спокойно хожу, ну и при этом, конечно же, продлила свою страховку. Быть может, у вас есть какие-то советы для тех людей, кто тоже посещает подобные места, как уберечь себя от укуса клеща? Но сейчас в аптеках, вот, кстати, я после этого случая тоже приобрела, потому что мы все-таки в лес ходим гулять, продается очень много всяких средств, которые можно обработать свою одежду, ноги, ну, одежду, да, то есть штаны, там, кофты, и, в принципе, говорят, что это спасает. Но в первую очередь я считаю так, что в любом случае после посещения таких мест, там, где был лесной массив и так далее, нужно приходить и в первую очередь осматривать себя, а не делать какие-то дела, а потом внезапно находить клеща, как это сделала я в конце апреля. Согласен, самый правильный совет. Евгения, спасибо вам большое за то, что были с нами на связи. Мы напомним, друзья, Евгения Денисова, жительница Челябинска, с нами на прямом включении. Спасибо большое. Ну а сейчас мы переходим на рубрику «Не один дома». Наш корреспондент Евгения Малышко вместе со своим сыном во время самоизоляции проводит время весело и продуктивно. Давайте посмотрим, что же они сделали сегодня.